Итак, кто первый ест семечки? Как вы думаете? Да, это ты любишь. Пойдемте, Макс, ты первый. Тихо, тихо, Алиса. Теперь все поверху, поверху. Стол поставили, теперь можно сверху ходить. Алиса, пошли. Пойдем, у тебя не тут. Миска твоя. Нет, нет, нет. Пойдем, не упади только. Давай, аккуратно, аккуратно. Назад, 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 аккуратно. Давай, давай, давай. Пошли. Пойдем со мной, пойдем. 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 Где миска твоя? Где миска? Показывай. О, слово миска это. Алиса знает лучше всех. Вот твоя миска. Давай, вываливаем тебе семечек. Все. День удался. Одно из любимых лакомств. Чищенные семечки. И не спрячешь. Все? Все хорошо? Ну вот. Пока Алиса ест семечки, можем посмотреть Алисин хвост вблизи, если я тут не упаду. Так как весна у нас прекратилась. Ой. Именно в этот момент она дает потрогать хвост, потому что ей некогда. Обычно не дает. О, видите, какой пушистый. Ой, проснулась. Соседи разбудишь, чё так орёшь? У нее, кстати, все хорошо. Ой. Тихо ты! Что ты кусаешься? Ой. Играться. Алиса. Ой. Что такое? Тихо, тихо, тихо. Когда Алиса просыпается, то ей нужен особый подход. Ой, да, да, да. Разговорчивая. Ты вредная, сейчас можешь и цапнуть, я тебя знаю. Ей, кстати, нравится, кому... Кто думает, что я ее как-то обижаю, ей нравится, когда ее так чешет. Ну тут белый рядом просто. Да. Кто там? У нас тоже масленица, да, Алиса? О, какая ты милая лисичка. И сядет, и расскажет историю. Пошли, пошли, да. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем со мной. Блин, отдам тебя. Алиса, Алиса, бегом. Ну. Пойдем. Где твоя миска? Пойдем, 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 пойдем. Пойдем быстрее. Молодец. Так, за ноги не кусать, миска. Пойдем, вот. Ой, ой. Тихо ты, осторожно. Ты что? Oh.
доброе утро и тебе тоже. О, как дела? Еще сон? Давай, давай, вставай, пойдем. Нас ждут великие дела, Алиса. Ой, доброе утро. Ну, рыбу ты всю съела. Одни косточки остались. Ой, привет, 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 девочка. Ой, ой. Носик. Это поведение называется «никуда я не пойду». А гладить? Нет, не надо гладить. Ну все, отстаю. Встретимся через 20 минут на кухне. Вот так. Да, и тебе привет. Ты пришел Алиску вытаскивать? Ваше недовольство. Но. Тебя собака ждет побегать. Ой, ну наконец-то. Белая не хочет она бегать явно.